Че, создаем уродов? Да. Не знаю, что это такое. Фингала везде может доделать, кстати. Я ничего, я не вижу никаких изменений. А, что-то тут, да, что-то тут меняется. Может, все ползунки тупо на 100 ставить? Это вообще странно будет. Я буду привлекательным дедом. Блин, если я сделаю его слишком черным, он просто вот... Ты что, прям черным делаешь? Нет, я что-то передумал делать его черным. Его ночью можно будет уже вообще не увидеть. Блин, видишь, да, ты какой цвет кожи. Слишком. Хороший редактор, жизненный. Ой, что это? Мне уже хочется эту игру удалить. Что? Я, кстати, хотел до этого вернуть игру, но хорош, ты со мной сыграешь отлично тогда. Я такой не знаю, у меня же типа дополнение. Я не знаю, будет ли здесь дополнение, ну, миссии с дополнением. Сможем ли мы играть? Ну там же всего лишь миссии какие-то. Я видел, там в описании было. Ну там не только вроде миссии, там пушки всякие. Вот эти как. Как бомж какой-то. Вот этот шрам похож, как будто этот я ведьмак. Вот тут можно, кстати, случайно еще сделать. А, это, наверное, весь персонаж случайно будет. Поэтому что-то не хочу. Как будто у него кирпич упал в меня. Нормально. Что делать, если на тебя кирпич упал? Ничего. Он на обезьян. Он, наверное, на обезьяну похож. Как удержаться, чтобы не заржать?
ты гнилый, бро. Как удержаться? Это инопланетное вторжение. Инопланетное вторжение вроде четвертой части, да? Глаз. Афро можно сделать. Скулы. Так, это жесть. Не могу бигуди сделать. Бигуди это честно слишком слышит Афро. Куда еще ты считаешь? Асимметрично. Аниме. Фу, блин. Аниме. Панк-рок. Это какую-то жабу похож. Жаба-хат. Жаба-хат. Панк-рок. Растительность на лице. Блин. Ой, растительность. Я даже не знаю, как это будет. Узги. Чек-чек, Дорис. Борода Пейна. У меня нос похож на пылесос. Знаешь, такую фигню, типа, которая все засасывает? Вот у меня нос такой. Нос пылесос? Нос пылесос.
Yeah.